Музыка – невероятная сила, способная растопить сердце каждого человека. Те, кто владеет ей без преувеличений, могут покорить мир. «Звездный час» пробил и для учащихся школы искусств имени Тикотского. Сразу 7 юных маэстро удостоены поощрения специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Ребята получили свои награды за победы в международных и республиканских конкурсах. Наше государство оказывает огромную поддержку в развитии такой творческой молодежи. Ну а ребята, в свою очередь, своей дальнейшей творческой деятельностью и жизнью подтверждают эти высокие награды. Ксения Солонович с виду хрупкая, но силе ее голоса могут позавидовать многие. Звонкая сопрано уже покорила жюри ни одного конкурса. Девочка и дальше планирует развивать свой талант. Мечтает поступить в Академию искусств и вдохновлять других стать частью музыкального сообщества. Я ничего не сделала, нянюшка. Матвей Найдун уверен, музыка может сказать за него все. Мелодичное звучание и невероятная техника вместе со своей гитарой – парень в центре любой компании. Юный виртуоз учился играть на флейте и саксофоне, но струны его души затронул именно этот инструмент. Теперь баррэ, тремоло и флажолеты даются без особых усилий. Гитара больше для меня какой-то душевный. Она радует и пальцы разминает очень хорошо, руки. Года два назад начал увлекаться фингерстайлом, в нем довольно хорошо тоже пошло, это нравится. Прелестная София Михалап, кажется, только вчера училась рисовать ноты в тетради и исполнять короткие этюды, но уже спустя 3 года виртуозно играет на фортепиано. Каждое произведение до мастерства помогает оттачивать опытный преподаватель. Это совместный наш труд вместе с ребенком, с родителями. Каждый ребенок у нас — это маленькая жемчужинка, которую учитель должен раскрыть, найти подход. Да? Если мы это не видим, не находим, ребенок может не развиться. Не всегда видно сразу, что ребенок может достичь определенных высот. За всю историю существования президентского фонда воспитанники школы искусств имени Тикотского награждались 22 раза. Любовь к музыке здесь уже 95 лет пробуждают преданные делу педагоги. Сейчас в учреждении учатся больше 1000 талантов. Фортепиано, скрипка, домра, гитара, цимбалы, баян, флейта, тромбон. Выбор широкий. И вовсе не важно, ребенок хочет связать свою жизнь с творчеством или просто ищет себя. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.